Свыше 30 человек приняли участие в новогоднем конкурсе «Елочка, нарядись». Он традиционно проводится в преддверии главного зимнего праздника в газете «Видновские вести». В этом году важное правило – сделать елочную игрушку всей семьей. И вот пришла пора наградить лучших из лучших. Спасибо вам за то, что так постарались, реализовали идею этого конкурса – сплотить всю семью вместе. И детки, и родители принимали участие в этом. Хорошего вам Нового года, всего вам доброго в Новом году, счастья, здоровья. И ждем вас среди участников других конкурсов «Видное ТВ» и «Видновские вести». Победителем конкурса стала семья Харламовых. В подходе к работе над елочной игрушкой у них сложилось все. Настрой на победу, желание сделать что-то действительно интересное и посильный вклад в общее дело всех членов семьи. Просто было очень новогоднее настроение вечером. И вот накидала наша старшая сестра план. А потом она представила нам, и мы согласились, она была очень красивая. Вот в реальности даже ничего лучше получилось, чем на рисунке. Судьям пришлось немало потрудиться, чтобы определить, как распределяться призовые места по итогам конкурса. Все без исключения участники проявили недюжинную фантазию, в чем может убедиться любой желающий. Буквально каждый день приходили люди, приносили свои поделки. Мы, конечно, смотрели их, разглядывали. Нам самим очень понравилось. Но все ваши игрушки, все, что вы нам представили, все висят вот на этой красивой елке и радуют зрителей нашего кинотеатра «Искра». Может быть, кто-то, кто не победил, но мы просим не обижаться и обязательно в следующем году тоже принять участие. Призерам конкурса вручили подарки от компании с говорящим названием «Территория праздника». Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.